Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Данила Кулеш, и сегодня я вам расскажу, как настроить Apple TV с помощью iPhone или iPad на iOS 7. Итак, поехали! А буквально несколько минут назад Apple обновила прошивку iOS 7 до прошивки iOS 7.0.2. Итак, у вас должна быть установлена последняя версия прошивки Apple TV и iOS 7 на мобильном девайсе. Инструкция предусматривает 5 простых шагов. Итак, давайте приступим. Шаг 1. Подключите Apple TV к своему телевизору и включите питание на обоих устройствах. Убедитесь, что на вашем iPhone или iPad включен Bluetooth. Если нет, активировать его можно в пункте управления. Также важно, оба аппарата и Apple TV и iOS должны иметь доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Поднесите iPhone, iPod, iPad к Apple TV на расстоянии 3-5 метров. На экране гаджета должно высветиться приглашение ввести данные аккаунта Apple ID для запуска автоматической настройки. iOS 7 попросит указать пароль от учетной записи Apple ID, после чего предложит сохранить его в памяти Apple TV. Затем гаджет спросит разрешение на отправку диагностических данных с приставки на серверы Apple. После закрытия третьего диалогового окна в iOS 7 все остальное сделает Apple TV, подключится к беспроводной сети Wi-Fi, настроит учетную запись iTunes и произведет другие необходимые действия. Это все, настройка завершена, Apple TV готов к работе. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки. Спасибо, пока.